Южно-Сахалинск почти полностью готов к предстоящему отопительному сезону. Официально он стартует в воскресенье 1 октября. В пятницу в мэрии прошло последнее совещание с представителями управляющих компаний. После подачи тепла в сеть им предстоит подключить многоквартирные дома. Для быстрого устранения аварий создают специальные бригады, они будут дежурить круглосуточно. Ну а запускать тепло в дом и обеспечивать его нормальную циркуляцию должны сотрудники УК. Отдельно управляющим компаниям было дана рекомендация в оперативном порядке рассматривать вопросы, связанные с открытием задвижек, с поступлением тепла в непосредственно в саму систему теплоснабжения многоквартирных домов. Сахалинская коммунальная компания провела два этапа опрессовки, то есть гидравлических испытаний сетей повышенным давлением. Плановые работы на коммуникациях закончены, насосные станции, котельные и центральные тепловые пункты готовы. Систему начали заполнять теплоносителем.